И вот это то эмоциональное кликушество, которое я, ну так, про которое я написал в своем посте 23 февраля, когда-то мой профессиональный праздник. И я описал там историю реальную, как я оказался свидетелем пожара в гостинице «Ленинград». Это был один из самых драматических пожаров. 16 человек погибло, из них 9 пожарных. И я все это описал в посте. И я описал, как там выстроили курсантов, которые, нахимовцев, которые тогда были в расположении училища. И читали им лекцию, начальник училища читал лекцию про борьбу, про вред курения. Курить вредно, это факт медицинский, посмотрите, чем это заканчивается. И я написал про это, чтобы показать, что мы все время теряем что-то важное и что-то главное, что на самом деле нужно как бы спасать и беречь, и как все превращается в фарс. Да, и кто-то в комментариях написал, вот встали, нет, чтобы пойти, значит, спасать людей, там же пожар. И вот я думаю, это нахимовцы, им 14-15 лет. Там пожар. Погибло 9 пожарных. 9 из 16 жертв. Больше половины. Туда не хватало загнать еще роту нахимовцев, на всякий случай, спасать всех. Ну, видимо, 16 мало. Надо больше. И вот эти эмоциональные реакции, в которых уже нету мысли, в которых люди просто эмоционируют, потому что они на трибунах, потому что все кругом орут, и вот есть этот общий гвалт. Давайте все вместе поорем, давайте все вместе, значит, ату его, ату. И это самое худшее, что вообще может дать нынешнее время –